Под воздействием сказки маленькому ребенку уютно, хорошо, комфортно. Но ребенок подрастает, идет в школу и впервые там сталкивается с различными трудностями. Если же ребенку сложно вступить в контакт с учителем, со сверстниками, или ему трудно подчиниться требованиям, такой ребенок будет дезадаптирован. Уверена, что таким детям можно помочь с помощью терапевтического воздействия сказкотерапии. С помощью сказочных образов можно помочь каждому ребенку прожить множество ситуаций, расширить способы взаимоотношения с другими людьми, попробовать себя в новой роли. И я думаю, что робкий ребенок может впервые попробовать быть смелым, агрессивный может стать чуточку добрее, а не собранный попробовать быть аккуратным. Ребенок с низкой самооценкой поверит в свои способности. Вот такие чудеса творит сказка. Давайте все вместе попросим осень, чтобы она ему помогла. Все громко крикнем: осень, помоги ежику! Осень, помоги ежику! Ежик взял яблоко, потом пришел за грушей. Взял и грушу и унес в норку. Но на этом сказка наша не заканчивается. Громкое чтение сказки мы обычно заканчиваем ее обсуждением. Самый простой вопрос, который можем задать, это: о чем сказка? Конечно, сотни методичек написано значение сказки, ее смысл, но ребенок может увидеть другую мудрость, увидит именно свой смысл, и он будет прав. И после того, как выяснили, какой же смысл заложен в сказке, мы переходим глубже к обсуждению, разговариваем уже о главном герое. Почему он именно так поступает? Что движет им? Как ребенок поставит себя на место главного героя, он может сказать: а я бы поступил так. И это победа. Надо дать высказаться этому человеку, этому ребенку. А потом постепенно подключить и остальных, задавая вопросы. Интересно, как бы изменилась сказка, если бы ты был главным героем? А что случилось бы в сказке, если бы ты стал главным героем?
программу сказочной школы рассматриваются нами с точки зрения воспитательного эффекта. Ведь мультфильмы нужно выбирать в десятки раз тщательнее, чем книги, потому что зрительный образ у ребенка действует на ребенка гораздо сильнее. Помогают ребенку узнать о добре, о зле, эталоны хорошего и плохого поведения. Дает ребенку возможность позитивно относиться к себе и к окружающим, бороться со своими страхами и трудностями, а также уважительно относиться к другим. После просмотра мультфильмов у нас обязательно идет обсуждение их содержания. У нас хороший, добрый мультфильм – это праздник, награда.